Футбол не только днем, но и ночью. В Новосибирске любители этого вида спорта организовали необычный турнир. Он получил название «Ночная лига». Семнадцать любительских команд в конце рабочей недели сражаются за титул сильнейший. Матчи идут поздно вечером и заканчиваются под утро. Это единственная возможность собраться всем, кто в дневное время учится или работает. Сегодня пятница, кто-то идет испытывать свое здоровье в клубы, а мы испытываем его здесь, играя в футбол. Людям нравится. Были страхи небольшие перед созданием, перед осуществлением идеи этой. Были страхи, что команд заявится мало, но... Это была ложная тревога. Команд много. Несмотря на любительский характер лиги, страсти на поле кипят нешуточные. Среди участников спортсмены разных возрастов и профессий. За ходом турнира можно следить в интернете. Сильнейшую команду назовут через пару недель. Первый сезон ночной футбольной лиги подходит к концу. Но организаторы нас уверяют, что скоро стартует и второй. И любой из нас вновь сможет играть в футбол. Не только днем, но и ночью. Георгий Штин. Вести, Новосибирск.